Я щиро вітаю всіх вас. Бажаю вам щастя, добробуту. Ви знаєте, кожен раз на шлягер я приносив свої власні пісні. А сьогодні я хотів би вам заспівати одну чудову пісню, яку написав наш земляк Володимир Бестряков на вірші Булата Окуджави. І називається ця пісня «Нічна розмова». Притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать? Скажите мне, будьте добры. Вдоль Красной реки моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы моя радость, до Синей горы. А как я проеду туда, притомился мой конь. Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда. Да где же тот ясный огонь, почему не горит? 100 лет подпираю я небо, ночное плечо. Фонарщик был должен зажечь, да, наверное, спит. Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один, без дороги во тьму. Куда же он едет? Ведь и ночь подступила к глазам. Ты что потерял, моя радость, кричу я ему. А он отвечает: ах, если б я знал это сам. Что потерял, моя радость, кричу я ему. И он отвечает: ах, если б я знал это сам. Анатолий Михайлов, Андрей Митин.